Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре банистика. Или точнее, не банистика, а что-то другое, что, может быть, заставит вас задуматься о чем-то повседневном, близком, о том, что нас окружает, то, что мы не всегда замечаем или в какой-то мере считаем за обыденность. Итак, начнем. Сегодня 13 февраля 2022 года. Был я вчера на свадьбе. Свадьбе веселой, музыкальной, шумной. Были там разные конкурсы, как на любой другой свадьбе. Чем-то отличались, чем-то похожие. За победу в этих конкурсах давали так называемые казакоины. Это обычные копии американских долларов с надписями «Не является платежным средством». Единовременный выигрыш составлял от 100 до 1000 казакоинов. Почему казакоины? Фамилия молодого казак, и поэтому большинством голосов приняли такую валюту. Вот как они выглядят. Потом, в конце свадьбы, за них можно было купить какой-то заранее неизвестный сюрприз из 5 сюрпризов. Обычно это спиртные напитки или сладкие пирожные. Но дело не в этом. Я не любитель участвовать в подобных конкурсах, но тут я выиграл. Причем сразу максимальную сумму в 1000 казакоинов. Когда тамада произнес «прошу стать семейным паром и сказать, сколько лет вы в браке», естественно, я поднялся со своей супругой, и что вы думаете? Та цифра, которую я назвал тамаде, позволила нам завоевать первое место. Я не думал, что это случится когда-нибудь. Да еще так рано, так быстро. Эта цифра – 26 лет в браке. Посмотрев по сторонам на так называемых конкурентов, я понял, что это действительно так. Окажется, что твоя свадьба, кстати, она была тоже в феврале, 26 лет назад, кажется, что было только вчера, ну максимум пару лет назад. Вот такая грустинка осталась у меня после веселой молодежной свадьбы. А сколько лет вашей свадьбе, уважаемые зрители? Так что, ребята, берегите своих близких, любите их, уступайте друг другу, цените то, что у вас есть сегодня. Здоровья вам всем, любви, добра, благополучия, с наступающим днем влюбленных и не грустите никогда. С вами был Сергей Суховерхий и до новых встреч!